официально пойдем по квартирам, все имущество, которое... Мы3 мл, 2 миллиграмма на метр кубический. Так, все позволяем. Ну, потому что хлопок был. Какой хлопок? А, в нашем доме. А что хлопнуло? Ну, мусоропроводы там. Бензин налил. Куда? Мусоропровод. А потом? Все поджег. И подожгли. Ну. А для чего? Ну, запах был. Чистил. То есть вы таким образом хотели почистить? Да.